Подготовка к избирательной кампании по выборам президента запланирована на лето. Совсем скоро ЦИК Беларуси утвердит календарный план организационно-технических процессов. Среди них формирование комиссий, выдвижение кандидатов, их регистрация и проведение дня голосования. В соответствии с законом избрать главу государства необходимо не позднее 20 июля 2025. В 2023-м белорусы обратились к врачам свыше 108 миллионов раз. На одного жителя в среднем приходится почти 12 посещений. Всего в республике действует 558 больничных организаций. К слову, за прошлый год всенеокой медуслуги оказали иностранцам из 147 стран. Чаще всего за помощью обращались граждане России, Казахстана, Латвии и Китая. В Беларуси вдвое увеличились продажи новых автомобилей. Только за первый квартал 2024-го реализовано свыше 8 тысяч машин. В сравнении с прошлогодним показателем рынок вырос на 131%. Покупатели активно выбирают зеленый транспорт. На долю электрокаров пришлось почти 5,5% от всех покупок. Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия» стартовала в Могилевской области. Проходить она будет с 8 по 17 апреля. Инициатива направлена на помощь и содействие госорганам в решении проблем, а также на применение к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений. Телефон экстренного вызова милиции 102. Профсоюзный прием граждан пройдет в Бобруйске 18 апреля. На повестке дня вопросы, касающиеся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений. Встреча состоится в административном здании ОАО «Фандок» по адресу улица Ленина, 95, с 10 до 12.